Ужасная игра! Что случилось? Экран потемнел. Батарейка села? Да ладно! Мам, помоги мне! Что случилось, дорогая? Мой телефон сел! Но у меня нет зарядки! Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? О, успокойся, милая, все в порядке. У меня в сумочке должны быть сладости. Хочешь конфетку? Ммм, вкусно! А есть еще? Это была последняя. Жизнь так несправедлива! Смотри, что я нашла! Я тебе не кошка, мам! Но почему это случилось со мной? Что у меня еще есть? Если я дам тебе деньги, тебе станет лучше. Это поможет. Сделаю бумажный самолетик. Эшли, это были мои последние деньги. Да ладно тебе, мам, держи. Что не так с этой штукой? Эшли, прекрати! Что это? Эшли, пожалуйста, как включить эту штуку? О, а это весело! Пациент готов! Что это было? Мам, я рисую картину. О, как неловко. Минуточку, у меня есть идея. Положите телефон на плоскую поверхность. Затем положите на него цветную карточку. Теперь приклейте прозрачную пластиковую пленку. Залейте под нее клей. И как следует распределите. Плотно закрепите пластик, чтобы клей не вытекал. Получился маленький планшет для рисования. Отличный способ скоротать время. Оу, это так весело! Покажи мне! Хочешь попробовать? Ты права, это очень весело! Вау, мне нравится! Спасибо, мам! Наконец-то можно расслабиться! Нужно только скрепить бумаги, и домашняя работа готова. Это даже весело. А? Наверное, заклинило. Упс! Нет! Это может стать проблемой. Вот так. Готово. Можно отдохнуть. Скрепки! О, это будет больно! О, нет! Теперь это место преступления! Сиди тут, окей? Никакой прессы! Идите отсюда! Дэвид! Ла-ла-ла! О, да! Дэвид! Отличная чашечка кофе! Надеюсь, получится! Откуда это взялось? Тут надпись! Сигнал СОС! В чем дело? Что это? Ха! Скрепки? Здесь выручит футляр от наушников. Соберу все скрепки. Вот таким образом. Кажется, все собрал. Спасибо! Идеально! Лиам! Перекус готов! Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй! Руки, раковина. Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. Воу! Эта штука такая скользкая. Эй! Никак не могу его поймать. Ну все, хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. О, сейчас вернусь. А, зайду на минутку. Воу! О, нет! А, Лиам! А? Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. А, мыло! Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так.
Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля! Единорог готов! Зацените эту чудную мыльницу. Кладем в нее мыло. Умещается идеально. Хорошая работа. Я за тобой слежу. Вау! У меня получатся такие локоны. Есть лишь один способ выяснить. Раз, два, три, четыре. Все еще супер прямые. Попробую все пряди сразу. Раз, два, три, четыре. Ладно. Просто закреплю резинкой. Это должно сработать. И косички тоже подойдут. Надеюсь, будут крепко держаться. Не так мило, но сойдет. Мне никогда не сделать гламурную прическу. Почему ты плачешь, Энни? Я хочу быть такой, как она. Я не очень силен в завивке, но думаю, смогу кое-что сделать. Сперва нужно разгладить волосы. А теперь загибаем туда и сюда. Опс! Ау, пап! О, нет! Не бойся, они отрастут. Минутку. Есть идея. Сперва попрыскаем прядь водой. А затем используем ручку щетки как бигуди. Вот так, до самого верха. О, привет, локоны! Ух ты! Кому нужны горячие щипцы для завивки? Так волосы будут целее. Спасибо, пап! Хорошо, что я додумался. Какое облегчение. Да, люблю пускать пузыри. Что? Почему пузыри не получаются? Нет! Я просто хочу надувать мыльные пузыри! Почему это случилось? Фея, к вашим услугам! Я не могу пускать пузыри! Понимаю. Да уж, задачка та еще. Надо как-то решить эту проблему. Забудем о палочке. У меня есть 3D-ручка, она намного лучше. Ладно, у меня тут есть шаблон, как пользоваться моей 3D-ручкой. Я начну с этого зеленого цвета, чтобы сделать ручку для палочки. Вот так. А теперь перейдем к желтому цвету, чтобы сделать звезду. Дальше идет красный цвет для кругов. Совсем не трудно. Вот и все. Наша волшебная палочка готова к использованию. Ну вот, это новая палочка для мыльных пузырей, и она специально для тебя. О, она такая красивая, смотри, какие пузыри. Да, пузыри такие красивые. Ладно, что ж, думаю, мне уже пора, пока. Этот урок такой скучный. Я проголодался. Эй, это классика юмора. Мэдисон, не отвлекайся, особенно когда я шучу. Я кое-что придумал как раз для такой ситуации. О, здрасте, сэр. Отличный урок. Что это? Как здорово! И как я раньше не знала об этом. Ты выглядишь так смешно. Ненавижу этот урок. Этот цвет тебе идет? Мне нравится. Ну ладно, вы готовы пожениться? Более чем готова. Я тоже. Ну ладно, раз так... Пожалуйста, возьмите друг друга за руки и не отпускайте. Да, именно так, очень мило. Ой, а где же кольца? Точно, кольцо! Я знаю, что оно у меня где-то тут, в кармане. Оно тут, прямо здесь. Просто не могу дождаться, чтобы его увидеть, Алекс. Боюсь, что эта коробочка с кольцом совсем пустая. Что? Где кольцо? Где же оно? Свадьба без кольца? А я думала, ты меня любишь. Конечно, люблю! И очень сильно! Кажется, я знаю, где оно! Пойду и принесу его! О боже, это какой-то кошмар! Куда же делось кольцо? Нужно что-то найти и быстро! Это ни за что не сработает! Нет! Может быть, здесь есть что-то еще? О, это же мой клеевой пистолет! Это сработает! Ладно, у меня есть основа для кольца, но в ней не хватает драгоценного камня. Горячий клей спешит на помощь. Просто нужно нанести маленький золотистый шарик прямо вот сюда, а теперь блестки. Фиолетовый отлично подойдет, потому что это ее любимый цвет. Как раз то, что нужно. Оно такое блестящее и искрящееся. Ладно, полезай в коробочку. Нужно закончить церемонию. Хорошо, что у меня был с собой клеевой пистолет. Чуть не накрыло. Я
Я вернулся на нашу свадьбу. Я сделал это. Я здесь. Итак, вот недостающее кольцо, как я и обещал. Микки, так ты выйдешь за меня замуж? Да, конечно, я согласна. О боже мой, оно фиолетовое, мой любимый цвет. Люблю свадьбы, а кольцо и правда очень красивое. О, Микки, я так рад, что тебе нравится это кольцо. А теперь, Микки, нам нужно кольцо для Алекса. Кольцо? Кольцо для Алекса? Ну да, кажется, оно лежало где-то здесь. Ха-ха, мы действительно созданы друг для друга, да. Я всего на минутку. И вот она уходит. Вероятно, это займет время. Может, поиграем в камень-ножницы-бумага? Вы все прибрали, мистер Брокколи. А, что? О, это был сон. Сколько сейчас времени? Надо проверить телефон. А, телефон! Нет! Он так ударился! Нет! Разбился! Это катастрофа! Я как в страшном сне! Что случилось? Где я? Ах, да, телефон. Эй, я тут, куда я и упал, помнишь? Привет! Это кошмар! О боже! Это опять был дурной сон? Фу! Стоп, телефон. Мой телефон на месте, а не на полу. Но теперь я переживаю. Нельзя, чтобы это случилось. Я знаю, что может помочь. Вот она, моя 3D-ручка. Я закрашу чехол фиолетовыми чернилами. Хороший цвет. Нарисую зигзаг сверху и вернусь назад. Еще один зигзаг, а потом назад. Понадобится много чернил, чтобы все закрасить. Ладно, верхняя часть готова. Теперь по бокам. Убедимся, что все хорошенько прокрашено. Вот так. Я закрасил весь чехол полностью. А, он упал! Все в порядке, я не разбился. Ха-ха-ха. Боже, я так испугался. Но мой новый чехол мне помог. Ну все, можно еще поспать. Посмотрим. Микки, выходи сюда к моему столу. Да-да, подойди прямо сюда, пожалуйста, и поторопись. Сейчас я хочу, чтобы ты прочитала, что написано на доске. Но на доске ничего такого нет. Там ничего не написано. А? О нет, надпись упала на пол. Давай я просто подниму ее и приложу обратно к доске с помощью магнита. О, она снова отвалилась. Ну что это за магнит? В любом случае пришло время экзамена. Ты готова пройти тест, Микки? Экзамен? Точно? Видите ли... Подождите секундочку. Я знаю, что нужно сделать. У меня есть этот вкладыш для кексов. Я возьму этот магнит и приложу его ко дну вот так. А теперь я просто залью все это горячим клеем. О, вы только посмотрите, это выглядит как карамель. Вот только на вкус это лучше не пробовать. Вот так. Заполнили клеем до самого верха. А теперь добавим несколько милых посыпок. Та-да! Клей высох, и мой проект завершен. Прошу прощения, но я кое-что для вас приготовила. Микки, ты знаешь правила. Взгляните на это. В класс нельзя приносить еду. О, на самом деле это вовсе не еда, давайте я вам все покажу. Та-да! Видите? На самом деле это магниты. О, вот оно что. Это очень мило. Отличная работа, Микки, я впечатлен. Кстати, пришло время поставить тебе оценку за экзамен. Каждый, кто делает такие интересные магниты, заслуживает 5 с плюсом. Прекрасно. А теперь, пожалуйста, займи свое место. Так, надо взглянуть на один из них поближе. А что, если откусить от него совсем немножко? Это шутка. В тарелке конфеты закончились. Надо ее заполнить. Вот так. Теперь спрячу ее от Эшли. Эта полочка подойдет. Здесь она их никогда не найдет. Это она так думает. Мама ушла. Это мой шанс. Не могу дотянуться. Надо попробовать по-другому. О, придумала. Табуретка поможет забраться выше. Почти. Достала. О, нет. Нет. Ау. Зато я достала конфеты. Это того стоило. Что это ты, по-твоему, делаешь? Ау, привет, мам. Я так разочарована, Эшли. Надо проявить изобретательность. Где же мне спрятать конфеты? Минуточку. Эшли ненавидит овощи. У меня есть идея. Достану все овощи из этой упаковки и заполню ее конфетами. Эшли никогда не подумает сюда заглянуть. Какой сочный помидор. Салат получится отличный. О, привет, Эшли.
Пусто! Где конфеты? Не хочешь вкусненьких овощей? Ты серьезно? А? Я пыталась. Думаю, я заслуживаю шоколадки. М-м-м, вкусно. Здорово, я поспал. Хорошая музыка помогает проснуться. Привет! Эй! Обожаю эту песню! Так и хочется танцевать! Я оделся! У-ху! Готов к новому дню! Вот как это делается! Обувь, пожалуйста! О, да! С удовольствием пройдусь! Так еще приятнее! А, какой запах! Это природа, детка! Эй, Лиам! Как дела? Эва, привет! Постой! Нет, Лиам, не надо! Почему она машет руками? Лиам, стой! Кожура! Он ничего не замечает! О, нет! Воу! Все в порядке! Ничто меня не остановит! Хотя, впрочем... Ну вот, мои наушники. Похоже, удачного дня не выйдет. Как теперь музыку слушать? Эти штуки ни в какое сравнение не идут. Впрочем, я могу сам сделать замену. Все, что мне нужно, 3D-ручка. Заполним эту форму. Вот так, линия за линией. А затем добавим вот это. Используем ручку, чтобы склеить их вместе. А когда клей высохнет, соберем все детали. Эту штуку вставим сюда. Готово! Вот так, отлично держится. Лиам, ты в порядке? Ага, зацени вот это. Я опять могу слушать музыку. До скорого. Возьму вот это. Хороший выбор. Пожалуйста. Держи, Бетти. Пойдем, милая. Вкуснятина. Минутку, зайка. Мне нужно ответить. Алло? О, привет. Так рада тебя слышать. Мамочка! Неужели? Поверить не могу. Сейчас, Бетти. Мой леденец. Подниму его. Он испачкался. А где мой шарик? Нет, вернись. Прости меня, шарик. Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Бетти, в чем дело? Ох, я перезвоню. Не плачь, золотко. Мамочка все исправит. Это очень срочно. Приятно иметь с вами дело. Не надо было мне колледж бросать. Нужно сделать, чтобы такого больше не случалось. Обернем ленту вокруг леденца. Готово. Держи, Бетти. Ух ты! Спасибо, мама! Гляди, мой шарик никуда не улетает. Ах, чудесно, милая. Я так рада. Мамочка, сейчас все будет окей. Ох, это было необычно. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну все, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Есть идея. Я знаю, как говорить с Кевином, не раздражая Шерил. Сперва я наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесем немного клея. И этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи, это тебе. Здорово, мне надо ответить.
чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда, мисс. Посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я ее видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Ты знала, что сегодня тест? Пс. Что это за странный парень? У меня есть то, что вам нужно. Математика, английский, большой выбор. Убедил. Оплата вперед. Ну, конечно. Посмотрим, что у меня есть. Думаю, этого хватит. Держи. Это стильно, и ответы всегда под рукой. Вау, как здорово. Спасибо. Еще один довольный покупатель. Привет, вы мне поможете? Со стилем? Я же не волшебник. Я так волнуюсь. Это самый умный ластик на рынке. Помогает в учебе. Мне тоже нужно купить ответы. У меня еще оставались конфеты. На это много не купишь. Извините, что у вас есть на это? Ха-ха, очень смешно. Отойди. А я покатился дальше. Можно было просто уйти. Отлично, и что мне теперь делать? Минуточку, у меня идея. Стоит попробовать. Надеваем чехол на экран. И теперь можно листать ответы. Я готова. Только попробуйте списывать. Не на моем уроке. Это лучше спрятать. Посмотрим, что скажет сканер. Это плохо кончится. Я так и знала. Шпаргалка на ластике. Это возмутительно. Надо носить эту шляпу на все экзамены. А тут что происходит? Этот сканер не обмануть. Спрятал ответы под шляпой? Ах, черт. Пока все хорошо. О, учительница идет. Я знаю, что найду тебе шпаргалки. Пожалуйста, не пикай. А, сломался что ли? Я просто не списываю, мисс. Какая молодец! Я сдаюсь! Обожаю уроки рисования! Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем! О, это трудно! Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово! Простите, я торопилась. Что? Невероятно! Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау, смотрится круто. Отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо, ничего сложного. Четверка? Как всегда, прекрасно, Луна. 5 с плюсом, ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Какие красивые пузырьки. Ага. Что-то я проголодался. Пора обедать. Йо-ху. Интересно, что здесь вкусненького? О, йогурт. Эй, Дженнифер, смотри, что у меня есть. О, вкуснятина.
Держи, детка. Выглядит вкусно. Нет! Ты весь в йогурте, пап. Мои прекрасные усы. Они испорчены. Стой, а там еще йогурт есть? Все в порядке, милая, сейчас. Нужно все вытереть. Постой. У меня появилась идея. Кто-то хотел вкусного йогурта? Открывай рот. Немного надавим, и йогурт выльется. Как вкусно. Спасибо. Не за что, милая. Нет, не то. Это не подойдет. Точно нет. Это ужасно. У меня весь шкаф забит ужасной одеждой. Это катастрофа. А? Что здесь происходит? Уф. Мне совершенно нечего надеть. О чем ты говоришь? Тут столько одежды. Джейк позвал меня на свидание. Джейк! О боже, что будем делать? Может, эта футболка подойдет? Что скажешь? Или, может, платье? Или это перебор? Мне кажется, не лучший образ. Стоп! У меня появилась идея. Я и забыла про этот милый кроп-топ. О, но у меня нет к нему украшений. Постой! Кажется, я знаю, что делать. А? Не поняла. О, точно, папа, ты гений! Там наверняка что-то есть. Нет, ничего, это безнадежно. Это будет худшее свидание в жизни. Я не пойду. Ну, должно же быть хоть что-то, что можно сделать. Я не могу пойти без сережек, не могу. Не знаю, как быть. Постой, подушка и 3D-ручка. Милая, я нашел решение. О боже, думаю, ты прав. Итак, у меня есть рисунок арбуза. Я обведу его. Начну с черных чернил. Пройдусь ими по внешнему контуру рисунка. Ну а затем сделаю линии внутри. Ладно, пока получается хорошо. Мы еще не закончили. Продолжаем. Теперь заполним рисунок красным цветом. До самого черного контура. Вот так. И по бокам тоже. А теперь кожура. Тут отлично подойдет зеленый. Как здорово! Надо рисовать почаще. А теперь темно-зеленый. И дорисуем семечки черным цветом. Сделаем маленькие точки на красном фоне. Да, и еще одну вот здесь. Да, готово. Выглядит так круто. Здорово. Ну а теперь, конечно, нужно сделать еще одну такую сережку и добавить крючки. И-и-и, поверить не могу, какие классные. Мне очень нравятся. Нужно их надеть. Хорошо смотрится? Мило. Спасибо, папочка. Твоя идея сработала. Ну все, я пошла на свидание с Джейком. Хорошо, пусть все пройдет удачно. Так, где моя подушка для шеи? Вот она. Вот так. Эй, а это что? О, фотография. О, смотрите, ей так весело. Как мило. Отлично, я сделал растяжку и стал более гибким. А? Что это там? О, кто-то хочет еще позаниматься. О, мило. Привет, как дела? Я в порядке, я пришла на тренировку. Я тоже. Хорошо тебе позаниматься. О, нужно надеть наушники, покажу ему, что я настроена серьезно. Кроме того, он еще и довольно милый. Эй, кажется, он закончил с этой гирей. Теперь у меня есть шанс произвести на него впечатление своей физической формой. Она такая тяжелая. Эй, что случилось с моими наушниками? О, они соскочили. Что ж, надо надеть их обратно. Что это он там делает? Наверняка я тоже смогу выполнить это упражнение. Надо просто сделать несколько повторов. Ой, что за черт? Это так весело. Кажется, это ваше. Ладно, отжимания. Раз, два, три. О, он делает отжимания. Я должна показать, что я тоже так могу. Оу, мои наушники сбили меня с толку. Именно так я и собиралась поступить. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Эй, что за черт? Опять эти наушники? Что? Стоп! А куда подевались мои наушники? Вот они! Может быть, вам с ними пора податься в какое-нибудь другое место? О боже, мне так жаль, они просто выскользнули у меня из рук. Да мне все равно. Ох уж эти дурацкие наушники, они просто не могут оставаться на месте. А я так расстроена! От вас только одни проблемы, слышите? Да что с вами такое? Это все наушники, клянусь!
Так, давайте я кое-что вам покажу. Вот мои наушники и 3D-ручка. А теперь давайте сделаем следующее. Надеюсь, вы смотрите внимательно. Еще раз я это показывать не стану. А теперь та часть, которая находится над головой. Надо пройтись по всему контуру и по краям тоже. Ну вот, все готово. Я сделал копию своих наушников. Вот, давайте сюда свои наушники. Хорошо. Отлично, спасибо. Теперь смотрите, что я собираюсь делать дальше. Просто вставляем наушники внутрь вот так, и они будут прекрасно держаться. Вот так. Теперь вам больше не придется о них беспокоиться. О боже, они великолепны. Большое вам спасибо. Без проблем. А теперь мне пора вернуться к тренировке. Да, точно, тренировка. Да, мне тоже пора. Какого? Какой же скучный день. Мне нужна стрижка и укладка. О, да, с радостью вам помогу. Прошу, присаживайтесь. Хорошо, спасибо. Как там на улице? Все еще жарко? Так, скажите, что бы вы хотели? Мне нужно просто подровнять секущиеся кончики. Совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. Все будет сделано в лучшем виде. Нужно настроить кресло. Еще чуть-чуть. И еще. Вот так. Ну что ж, я готов начинать. У вас красивые волосы. Выглядят ухоженно. Кажется, здесь колтун в волосах. Что там происходит? Почему вы остановились? Все в порядке, никаких проблем. Все под контролем. О, боже, расческа сломалась пополам. У вас такое лицо. Это ничего, живот крутит. Что же мне делать? Это была моя лучшая расческа. Ага, конечно, 3D-ручка. Она меня спасет. У меня есть картинка с расческой, надо ее обвести. Заполню контур любимыми розовыми чернилами. Пока все получается. Вот так, передняя часть готова. Теперь сделаю ручку. Возьму светло-зеленый. Красивый цвет. Не часто я его использую. Раз уж я делаю новую расческу, украшу ее. После зеленого нарисую цветочки. Вот так. Почти готово. И вуаля, новая расческа. Она уснула. Нужно побыстрее закончить. Продолжим расчесывать. О, простите, кажется, я заснула на минутку. Это мой самый любимый грузовик. Я знаю, поверить не могу, что она это вслух сказала. Обожаю самосвалы, в них много всего помещается. А ее подруга притворилась, что она вообще ничего не слышала. О, смотрите, это тигр. Да, я знаю, зачем так драматизировать? О, нет, что это было? Нет, мой любимый грузовик. Ох, мне пора, я тебе перезвоню. Мам, ты сломала мой самый-самый любимый грузовик. Стой, я знаю, как можно решить эту проблему. Возьму вот эти разноцветные кукурузные палочки. Обмакну один конец в воду и склею две вместе. Теперь построим систему, используя воду в качестве клея. Отлично! Приделаю эту часть к тем, что я сделала. Дорогуша, у меня для тебя кое-что есть. Ого! Новый грузовик! Брум! Какой классный! Он сделан из кукурузы. О, нет! Она разбилась, мне точно влетит. Эй, я знаю, что делать. Мама идет. Надеюсь, она не заметит. Хм, что это там такое? Кажется, ничего. Ура, не заметила. Можно нам уже домой? Да, урок кончился. Пошли отсюда. Хочешь, потусуемся вечером? Так, надо здесь убрать. Эти дети так мусорят. Только поглядите, им на все наплевать. Вот так, смотрится неплохо. Эти пятна хуже всего. Ах, и опять отличная работа. Где же она? Я помню, что оставила на столе. Что-то случилось? У меня на столе была мягкая игрушка. Вы ее видели? Это моя любимая. Прости, я ее не видел. Теперь нужно пройтись шваброй. Как может быть столько мусора от одного ребенка? Все в ведро. Это им будет уроком. А? Какой хлам! Кажется, теперь все. Выбросим на помойку. Прекрасно.
Думаю, она в мусорном баке. Ладно. Возможно, я могу что-то сделать. Эта губка может пригодиться. Хотите, чтобы я помогла вам? Для начала разомнем кусок полимерной глины. Теперь расплющим его куском стекла, чтобы он был одинаковой толщины. Вырежем небольшой кусок губки и поместим в центр глины. Теперь изогнем края. Нужно полностью закрыть губку. И снова пригладим с помощью стекла. Получится аккуратный гладкий кубик. Хорошо, теперь включим креатив. Нарисуем на глине лицо. Пусть у него будет широкая улыбка. И сделаем еще персонажей. Они такие мягкие, их приятно нажимать. Вот, это для тебя. Вау, да чего классно! Ого, мне так нравится, спасибо! О, да ладно, не за что. Эй, минутку, мой пол, мой блестящий чистый пол! У меня есть маркер и 3D-ручка. Сейчас начнем обводить колпачок. Готово. Теперь можно снять с колпачка. Нарисуем петельку вот так и заполним пространство внутри нее. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Я заранее сделала кое-какие детальки. Приклею их по краям. Теперь мне нужен желтый. Вот и буква с желтыми 3D-чернилами. Надену свою маленькую бейсболку, и я готова. Замах! Бей! А, что это? Эй, ты что делаешь? О, божечки, я его задела. Лучше я надену бейсболку на утенка. Да, это все он. Идеально. Лиам, перекус готов. Я знаю, что ты любишь апельсины. Нет. Сперва нужно вымыть руки. Ты знаешь правила? Они чистые, видишь? Эй! Руки, раковина. Ладно. Просто смешно. Хочешь чистые руки? Пожалуйста. Я хорошо намылил, мам. Воу! Эта штука такая скользкая. Эй! Никак не могу его поймать. Ну все, хватит. Все чисто, окей? Как же есть хочется. Ну, сейчас вернусь. А, зайду на минутку. Воу! О, нет! А, Лиам! А? Что теперь не так? Я чуть головой не ударилась. А, мыло! Что оно здесь делает? У него будто ножки выросли. Ну же, лежи на месте. Минуточку. Кажется, есть идея. 3D-ручка поможет сделать так, чтобы мыло не скользило. Делаем вот такие закорючки. Они помогут удержать мыло на месте. Рисуем их прямо на мыле. Вот так. Но это еще не все. Используем ручку, чтобы раскрасить эту картинку. Мы выбрали единорога. Можно использовать любые цвета. Просто выдавливаем цветной гель вот такими движениями. И вуаля! Единорог готов! Зацените эту чудную мыльницу! Кладем в нее мыло. Умещается идеально! Хорошая работа! Я за тобой слежу! А сколько надо? А, да ладно, сделаю на глаз. Насыплю прямо из банки, и так сойдет. О, какой беспорядок. Ладно, в этот раз я все отмерю. Берем одну ложечку. Осторожно, аккуратно. Слишком много, просто сдую излишки. Смесь теперь повсюду. Ладно, Бог любит троицу. Уберу лишнее с помощью края стола. Нет, это просто кошмар. Почему все так сложно? У меня получится. Хватит дрожать. Почему руки так сильно трясутся? А! О, черт. Ты только посмотри на этот беспорядок. Вот, давай я покажу тебе одну хитрость. Возьми нож для масла. Проделай отверстие в фольге. Затем убираем половину.
А вот и место для ложки. А излишки можно убрать о фольгу. Видишь, это просто. Теперь ты. Вау, как ровненько получилось. А сейчас хорошенько потрясем. Агу-агу. Оу, но тебе же все равно надо поесть. Волосы. Можешь их собрать? Конечно, давай. Так, я держу. Как здорово, мой хороший. Играй. Я обожаю мармеладных мишек. Они вкусные. Поп-ит сломался. Мам! Ну, ничего. Возьми другой, чтобы поиграть. Отлично, можно наконец поесть. О, интересно, кто мне звонит? Привет, как дела? Смотрела последнюю серию. Я знаю, я тоже поверить не могу, что он выбрал ее. Ох, придется снова подогреть еду. Просто закину тарелку в микроволновку. Ага, следующая серия вроде тоже интересная. Мам, где мои мармеладные мишки? Я не хочу есть твою противную еду. О, нет! Я поставила в микроволновку не ту тарелку. Мои мармеладки! О, нет! Они растаяли. Это какая-то мармеладная каша. Ты их испортила! Мои мармеладки! Стоп! Кажется, я знаю, как все исправить. Поставлю эту тарелку и вставлю в растаявший мармелад палочку. И еще несколько по кругу. Теперь придам им форму и дам застыть. Здорово получилось! Солнышко, хватит плакать, держи! О, вау! Леденец! Вкуснятина! Прямо как мои любимые мармеладки! Спасибо, мам! Ты лучше всех! Мне так скучно. Нужно вздремнуть. О, стоп! Я все еще в классе. Время вышло, сдавайте свои работы. Я не закончил. Я точно не сдам тест. Думаю, будет очередная двойка. Да-да, как-то так. Давайте быстрее. Хорошо, теперь нужно проставить оценку. Едва держу глаза открытыми. Я с этим закончила. Так весело. Так есть хочется. Я что-нибудь закажу. Алло, можно мне сделать заказ? Воу, какая быстрая доставка. Настоящий пир. И все это мое. Еще, хочу еще. О боже, да чего здорово. Весь день готова есть. Такое жирное и так пачкается. Обожаю. Было просто классно. Упс, плохо дело. Нужно все убрать. Может, они не заметят? О, у меня есть идея. Сперва вырежем секцию блокнота. Теперь возьму клеевой пистолет. Нанесу клей на блокнот. И приделаю кусок зеленого фетра. Разглажу его, чтобы не было складок. Теперь добавим еще белый и красный фетр. Но это еще не все. Приклею сверху маленькие кусочки черного фетра, расположив их в форме арки. Выглядит отлично, готово. Получился арбуз. Гораздо интереснее скучного блокнота. Здесь пахнет гамбургерами. Окей, класс, внимание. Вот ваши отметки за тест. Очень плохо, Алекс. Держи. О, это не мой блокнот. Что происходит? Чш, это наш секрет. Постойте. Эй, это круто. Спасибо, отлично. Итак, ребята,